оказывается, один из 10 жителей нашей планеты страдает от психического расстройства. Хорошо, что хоть остальные 9 не страдают от этого. Да, но остальные 9 страдают от этого одного. Ай, кто там свет выключил? Здравствуйте, а это я вам звонил. А, я вас помню. Вы хотели опубликовать у нас биографические исследования. Да, некоторые новые факты из жизни Наполеона Бонапарта. Да что вы, это очень интересно. А где же вам удалось, сказать, найти вот эти новые факты из жизни Наполеона? О, ну я очень много работал. А, в музеях, в архивах? Нет, в психбольницах, санитаром. Слушайте, у нас там было 3 Наполеона. Даже один Александр Македонский, правда? Я, наверное, не расслышал. А где вы работали? В психбольнице. Ну, я не сразу там работал. Я сначала лечился от... Да какая разница, от чего там лечился? Да, кстати, скоро я закончу еще одну рукопись и обязательно принесу ее к вам. Да. Вы, наверное, не совсем здоровый. Нет, ну что, меня вылечили. А рукопись будет называться «Все, что вы хотели узнать об Александре Македонском, но боялись спросить». Но спроси меня об этом. Я же вижу, что ты хочешь. Ну спроси меня об этом. Я вижу, что ты хочешь. Нет, ты хочешь. Ты меня спроси. Вызывали, товарищ полковник? Да, вызывали, конечно, вызывали. Вы же у нас тут недавно работаете. Ну да. Да, а вот на вас граждане пишут, что вы ведете себя как психопат. Не успеваете представиться и сразу набрасываетесь с кулаками на людей. Что это такое? Это так или не так? Ну ладно, товарищ полковник, они сами все психопаты. Они психопаты. Они, а я просто нервный. Да, нервный, да. Они сами же виноваты. Они сами виноваты. Они виноваты, а вы ни при чем. Вы обязаны сначала отдать честь. Отдать честь обязаны. Вы обязаны вежливо представить. Ну, да. Вежливо представиться, да? Ну, да? Вежливо попросить документы, да? Сначала вежливо. Понятно? Понятно. Что вас в школе, милиции не учили, как с гражданами общаться? Да, а ну, давайте, представьтесь мне. Давайте. Давайте мне представьтесь вы. Старший сержант. Старший сержант? Какой сержант? Старший. Да я понял, что старший. Старший сержант? Ну... Какой? Старший сержант Пипкин, не Попкин. Да нет, это не может быть. Ой, я не могу. Ой, Пипкин, не Попкин. Не, ну конечно. Если Пипкин, то уже не Попкин не может быть. И вы туда же, товарищ полковник! Ну все! Все! Пипкин, не Попкин! Эй, опять ты, Саид. Ты живой? Ты чего тут? Загораю. Ладно, не боись, друг. Я тебя откопаю. На, пока попей. Ой, не надо, не надо. Ну, не надо мне пить. И откапывать меня не надо. Ладно? Ну, ничего. На твоем месте у любого крыша поедет. Ты потерпи, я быстро. Пожалуйста, не надо. Ну, пожалуйста, не нужно меня откапывать. Я вас прошу, извините. Что-то ты как-то странно сегодня разговариваешь, Саид. Потому что я не Саид. И меня никто не закапывал. Я голова профессора Доуэля. Я здесь загораю. Поберегись.
Да, Иван-Царевич, не повезло тебе. А еще говорят, дураку счастье. Да ладно, бать. Молчи, когда отец разговаривает! Не повезло тебе. Не то, что братьям твоим. Вот старший, пустил стрелу, попал в боярский двор. Теперь у него жена, дочка боярская. Молодец? Молодец. Средний тоже неплохо пальнул. Женится на купеческой дочке. Умница. Умница. М? А ты... Это, в лягушку попал. Ну ладно, бать, да все нормально. Ой, все нормально. Ты главное, не убивайся. Да я как-то не очень убиваюсь. Не встревай! Ну не убиваюсь я, действительно. Я тебе говорю, не убивайся. Я тебе тайну открою. М? Придется тебе вот эту тварь болотную поцеловать. Ну, а поцелую, что не поцеловать-то? Тихо! В общем, ты ее поцелуешь, и превратится она в царевну. Все путем будет. Не надо, мы так не договаривались. Зачем? Поцеловать я ее поцелую, в царевну не надо. Не надо мне никаких превращений. Не надо, зачем? Ты что это, сынок? Че? Ты что, ненормальный, что ли? А что ненормальный-то? Да ты ж дурак! Где дурак-то? Да дурак ты! Че, дурак? Дурак ты! Не надо орать. Правильно, про тебя этот доктор сказал, что ты этот, как его? Олигофрен. Олигофрен, вот именно. Ну. Олигофрен, ты дурак. Где дурак? Да дурак ты! Дурак! А ну хватит орать! Никакой я не дурак! И не надо больше вмешиваться в мою семейную жизнь! Квай-квай, она говорит, квай-квай, что квай-квай, квай-квай, моя лягусечка, твой лягушоночек идет к тебе, квай-квай. А у тебя квай-квай, а я квай-квай, а если я квай-квай, а я квай-квай. Олигофрен.